Good evening. Добрый вечер. Good evening. Добрый вечер. Hello. Hi. Okay. We have English classes. У нас урок английского языка. But not just English classes. Но не просто урок английского языка. We have Bible English class. У нас библейский урок английского языка. Okay. Хорошо. Are you happy about that? Вы счастливы по этому поводу? We could speak about the fire of собор Парижский, Богоматери. Мы можем говорить, мы могли бы говорить о пожаре в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Yes, we could speak about New York Knicks. Мы могли бы разговаривать о Нью-Йорк Никс. About basketball. Или о баскетболе. About traveling. Или о путешествиях. About sailing. Или о плавании на корабле, на парусе. And many other topics. Или о других темах. But we decided to speak around the Bible. Но мы решили говорить о Библии. And this is so beautiful. И это очень прекрасно. Because you will understand English. Потому что вы будете понимать английский. I said that you will understand English. Вы будете понимать английский. Yes. And да. You will speak English. И вы будете говорить по-английски. Because I grabbed you on the throat. Потому что я вас схватил за шею. За горло. За горло. Yes, and you don't have any chance. И у вас нет шанса. Until you are with me. Пока вы со мной. You don't have any chance. У вас нет шанса. To escape. Выйти из этой ситуации. Избежать. Yes. Okay, let's open John 8. Давайте откроем Евангелие от Иоанна. John 8. Восьмую главу. And we will start from 51. И начнем с 51 стиха. Okay, are you with me? Вы со мной? Let's read. Давайте прочитаем. So this is Jesus speaking. Это Иисус говорит. Truly, truly, I say to you. Истинно, истинно говорю вам. If anyone keeps my word, he shall never see death. Кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек. 52. 52 стих. Then the Jews said to him. Иудеи сказали ему. Oh, now we know that you have a demon. Теперь узнали мы, что бес в тебе. Abraham is dead and the prophets, and you say, if everyone keeps my word, he shall never taste death. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдает слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Okay, and Jesus is saying about the truth. Иисус говорит об истине. And remember that he is speaking the word. И помните о том, что он говорит слово. Yes, and this word is in Hebrew or in Aramaic. И это слово на еврейском или на арамейском. And every Jew should understand him. И каждый иудей должен понимать его. But they don't understand him. Но они его не понимают. Absolutely. Абсолютно. Do you remember my speaking Japanese? А помните, как я говорил на японском? Shall I speak one more time? Нужно ли мне еще говорить? No. Верес говорит, нет. It's horrible. Это было ужасно. Yes. So I was speaking in Japanese. Я разговаривал на японском. And you know not understand, you didn't understand anything. И вы не поняли ничего. So it's continued in this chapter. И это продолжается в этой главе. So they said that, oh, now we know that demon is in you. И они говорят, теперь мы знаем, что в тебе бес. Oh, thank you very much. О, спасибо большое. Yes, demon is in Jesus. Бес в Иисусе Христе. Yes, because you say that if anyone keeps my word, he shall never taste death. А потому что ты говоришь, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек. 53 стих. Are you greater than our father Abraham, who is dead? Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? Okay, did Abraham dead? Авраам мертвый? Yes, did. Да. He died? Он умер. Okay, tell me. How old was he?
when he was dead. Скажите, пожалуйста, мне, насколько он стар был, когда он умер? How old was he? Сколько ему было лет? 140, наверное. No. So who is more? 120. 120. Okay. So do you know? Or you don't know? Вы знаете или не знаете? Сара умерла, когда 120 было. Okay, I understand about Sarah. I'm asking about Abraham. Я понимаю о Саре, но я спрашиваю о Аврааме. Somewhere 170 or... Yes. He was about 175. Да, примерно было 175 лет. So can you imagine that he lived... Вы можете себе представить, что он жил... 75 years more after the Isaac birth. Он жил 75 лет после рождения Исаака. Yes, Isaac was old already. Да, Исаак уже был стар. Yes, he was 75 when his father died. Ему было 75, когда его отец умер. But anyhow, но как-то Abraham is dead. Авраам мертв. Absolutely. Абсолютно. Okay. Хорошо. And he is in Sheol. И он в Шеоле. I'm sorry, he was in Sheol. Он был в Шеоле. Yes, so Sheol is a bosom of Abraham. Шеол это... Лона Авраама. Yes, so this is the upper part of hell. Not hell, как преисподний будет? Okay, you understand me? Да, вы понимаете меня. Yes, let's continue. Давайте продолжим. So, before Jesus Christ, до Иисуса Христа, before His coming, до Его пришествия, for example, this is the timeline. Например, это линия времени. And here is Jesus. И здесь Иисус Христос. This is about... This is about 4,000 years after creation. Это примерно 4000 лет после создания мира. Yes, and we know that Abraham was living about, let's say, 2000. И мы знаем, что Авраам жил примерно 2000 лет до создания мира. After creation. После создания мира. Okay, it was a long time ago. Это было очень давно. So when Abraham he died, когда Авраам умер, and he went to the Sheol, и он пошел в Шеол. So Sheol is divided into parts. Шеол разделен на две части. So the first part is for righteous people. Первая часть это для праведных людей. For righteous people. Для праведных людей. Who believed in Jesus Christ. In coming Jesus Christ. Кто поверил в приходящего Иисуса Христа? Грядущего. Yes, and the second part, the law. И нижняя часть. This is hell. Это ад. So in hell, everybody who reject Jesus Christ. И в аду все, кто отверг Иисуса Христа. Okay, are you with me? Вы со мной? So the bodies of people who died in the ground. Тела людей, которые умерли, они в земле. Or maybe they could disappeared in stratosphere. Или они просто исчезли в стратосфере. Or biosphere. Или в биосфере. Yes, so they are gone, you know. But they are gone, bodies. Они их нет просто. Yes, and but souls are here. Но души их здесь. And Abraham was here. И Авраам был там. But his soul is alive. Его душа живая. But his body is dead. Но его тело мертво. Okay, let's read it. Давайте прочитаем. So are you with me? Вы со мной? So let's go. It's good. Это очень хорошо. Давайте. Okay, and for Jews, the greatest person in the world was Abraham. И для иудеев самым величайшим человеком был Авраам. So that's why they are saying, "Are you greater than our father Abraham, who is dead?" Поэтому они спрашивают, разве ты больше отца нашего Авраама, который умер? That means if Abraham is dead. Это значит, если Авраам мертв. Who are you? Кто ты такой? Are you kidding me?
Ты шутишь? Abraham is dead. Авраам умер. And who are you? Кто ты такой? Young man. Молодой человек. Okay. How old Jesus was in during this time? Сколько Иисусу лет было в то время? Yes. 30. Yeah, 30, 31, 32. 30, 31. Kind of that. So who among you is 31, 32? Кому из вас 31 или 32? Vesal is how old are you? 30. You are 30. Yeah. Vesal 30 лет. Yeah. So look at this guy. Посмотрите на этого парня. So he doesn't have a long and gray beard. У него нет длинной белой бороды. Yeah, he's a young guy. Он молодой человек. And he is saying that can you imagine Jesus? Вы можете себе представить Иисуса? He is like Vesal. Он примерно как Весал. And he is saying that who keep my word will never see death. И он говорит, тот, кто слушает мое слово, тот не умрет вовек. What? Что? Are you greater than our father Abraham, who is dead? 53. Ты больше отца нашего Авраама, который умер? And the prophets are dead. И пророки умерли. Who do you make yourself out to be? Чем ты себя делаешь? 54. Jesus answered, "If I honor myself, my honor is nothing." Иисус отвечал, если я сам себя славлю, то слава моя ничто. It is my Father who honors me, of whom you say that he is your God. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. Yet you have not known him, but I know him. И вы не познали его, а я знаю его. Yes, I know my Father. Я знаю отца моего. And if I say I do not know him, I shall be a liar like you. Если я скажу, что не знаю его, то буду подобным вам лжец. Yes, one more time. If I say I do not know him, I shall be a liar like you. И если скажу, что не знаю его, то буду подобным вам лжец. But I do know him and keep his word. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Yes, Jesus is saying, I know my Father. Он говорит, Иисус говорит, я знаю моего отца. Do you remember Sunday's message? А помните послание, которое было в воскресенье? Jesus said, I know who I am. Иисус говорит, я знаю, кто я такой. I know where I came from. Я знаю, откуда я пришел. I know that my hour has come. Я знаю, что мой час пришел. I know that my Father will never leave me. Я знаю, что мой отец никогда не покинет меня. I know that I will go to my Father. Я знаю, что я пойду к моему отцу. So I know my Father personally. Я знаю персонально. Лично. Yes, but you don't know him. Но вы не знаете его. And if I say I don't know him, и если я скажу, что я не знаю его, I will be a liar like you. Я буду лжецом таким, как вы. Okay, let's continue. Давайте продолжим. Wonderful. Verse 56. Прекрасный стих 56. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he shall eat, and he saw it, and he was glad. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. So, look at this picture. Посмотрите на эту картину. When Abraham was alive, когда Авраам был жив, God saved him. Бог спас его. Because Abraham believed in God, потому что Авраам поверил в Бога, and God saved him forever. И Бог спас его навсегда. And he became our father of faith. И он стал нашим отцом веры. But when he lived in the earth, но когда он жил на земле, he believed in coming Christ. Он верил в грядущего Иисуса Христа. Because God himself, promised him about Jesus Christ. Потому что Бог обещал ему, что придет Иисус Христос. Yes, and he said that in your seed. И он сказал, что в твоем семени. Yes, and seed is not in plural. Семя это не во множественном смысле. But in single. Но в единственном.
So and in your seed all nations will be blessed. И в твоем семени все племена земные будут благословлены. And Paul in Galatians. И Павел в послании Галатам. In chapter 3. В третьей главе. He exactly said about this. Он точно говорит об этом. So Abraham was given the revelation about Jesus Christ. То, что Аврааму было дано откровение об Иисусе Христе. That he is coming. То, что он грядет. But Abraham he died. Но Авраам умер. And where he was? И где он был? Yes, in the upper part of Sheol. Верхняя часть Шеола. So you ask me, what people did do there? И вы спросите меня, что люди там делали? And the answer is very simple. И ответ очень простой. Nothing. Ничего. Nothing. Ничего. Absolutely nothing. Абсолютно ничего. So this is the place of waiting. Это место ожидания. Yes. This is the place of waiting until Christ come. Это место ожидания до того момента, как Иисус Христос придет. So in Abraham case, и в случае Авраама, he should wait 2000 years. Он должен ожидать 2000 лет. But in Adam's case, но в случае Адама, yes, he should wait 4000 years. Ему нужно было ждать 4000 лет. Until Jesus comes. Пока Иисус Христос не пришел. How about us? Should we wait? А что по поводу нас? Нам нужно ждать? No, we shouldn't wait. Нам не нужно ждать. Because Jesus already came. Потому что Иисус Христос уже пришел. And when we die, и когда мы умрем, we will not go here. Мы не пойдем сюда. We will go right away to heaven. Мы пойдем сразу в небеса. And to see Jesus Christ face to face. И увидим Иисуса Христа лицо к лицу. Okay, are you with me? Вы со мной? But Abraham, he has to wait 2000 years. Но Аврааму нужно было ждать 2000 лет. It's like in Isaiah, in Jeremiah. Jeremiah said that in this place, in Sheol, upper part. Иеремия сказал, что в этом месте, в верхней части. So people are kind of relaxing. Там люди просто отдыхают. And laying down on their own beds. И лежат на своей кровати. And can you imagine laying down 2000 years later? From one side to another side. 2000 лет на одной стороне, на другой стороне. Of course, you could say, Pastor, you don't know exactly what was going on. Конечно, вы можете сказать, пастор, вы не знаете, что там происходит. Yes, you are right, but some of this I know. Да, возможно, правы, но кое-что я знаю. Yes, it was the time of rest. Это время отдыха. Because people were there without bodies. Потому что люди там без тел. Yes. Who is tired not right now? Кто устал? I am tired. Я устал. Yes, I am tired. You're tired too. Because you have a body. Right? Ты устал тоже, потому что у тебя есть тело. But if I don't have a body, но если у меня нет тела, will I tire? Буду ли я уставать? Good question. Хороший вопрос. I don't think so. Я не думаю так. No. Нет. I will be just. Я буду устав. Yes, but I have a body. Но у меня есть тело. And I'm tired. И я уставший. Okay, but Abraham and righteous people are here. Но Авраам и праведные люди здесь. And Jesus is coming. И Иисус Христос приходит. Okay. Let's read one more time. Давайте еще раз прочитаем. Okay, this is the 56. 56 стих. Your father Abraham rejoiced to see my day. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. I have a question to you. What day? У меня вопрос вам есть. Что за день? Okay, speak to me. Говорите со мной. If you speak to me in English, you will be glorified. Если вы будете говорить со мной по-английски, вы будете прославлены. Yes, you can speak with me in Russian too. Но вы можете со мной по-русски разговаривать. Okay, также. Which day? Как, что за день это? Yeah. Hold it. I guess the day when... Подожди. Yeah, okay, go ahead. Russia decided to speak in Russian. The day when Jesus went to cross.
Это день, когда Иисус Христос пошел на крест. Yes. Да. So Vesal's version is this is the day when Jesus Christ went to cross. И Vesal сказал правильно. Это день, когда Иисус Христос пошел на крест. Any other ideas? Другие идеи, может, какие-нибудь? Do you have any other ideas? Другие, может быть, мысли? When he was raised up. Когда он был воскрешен? Yes. Any other ideas? Другие идеи? Yes, the birth of Jesus. Рождение Иисуса Христа. Because Jesus is saying that he is not crucified yet. Потому что Иисус Христос говорит, что он еще не принесен жертву. Yes, he is not crucified yet. Он еще не распят. But Abraham was rejoiced already. Но Авраам уже возрадовался. You understand it? Вы понимаете? And my opinion, you are good every. Everybody is good. Все очень хорошие. Yes, but I think that it was Jesus Christ's birth in Bethlehem. Но я думаю, что это был день, когда Иисус Христос родился в Вифлееме. And when Abraham saw the birth of Jesus Christ, и когда Авраам увидел рождение Иисуса Христа, so he rejoiced. Он возрадовался. Аголиао in Greek. Аголиао. That means that just. Это значит, что. Wow. Yes, he rejoiced very much. Он очень сильно возрадовался. Okay. Yeah. Thank you very much. Let's support. To... Yes, fifty-six. Your father Abraham rejoiced to see my day. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день. And he saw it, and he was glad. И увидел и возрадовался. Yes, and he was glad. И возрадовался. Why he was glad? Почему он возрадовался? Because the time of waiting is coming to the end. Потому что время ожидания подходит к концу. Yes, that time was just waiting for Jesus is coming to the end. Время ожидания пришествия Христа подходит к концу. And very soon he will be with Jesus Christ in heaven. И очень скоро он будет со Христом на небесах. Because the Sheol or Bosom of Abraham. Потому что Шеол или Лона Авраама. Yes, it's not a permanent place for believer. Это не вечно. Постоянно. Это не постоянное место пребывания верующего. Yes, it's just temporal. Это просто время. Yes. Are you with me? And what is the eternal place of believer? А какое же вечное место для верующего? Are you with me? Вы со мной? Небеса. Yes, heaven. Да, небеса. Yes. Okay. Let's read it. Хорошо, давайте. 57 стих. Then the Jews said to him, "You are not yet 50 years old, and you have have you seen Abraham?" На это сказали ему иудеи: "Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?" So do you understand what does this mean? Понимаете ли вы, о чем идет речь? You understand it? Понимаете? No, you don't understand. Не понимаете. Okay, they said, you are so young. И они говорят, ты так молод. Yes, you don't have right. У тебя нет прав. To speak about such a high things. Говорить о таких высоких вещах. Yes, you don't have a right. У тебя нет прав. You are not 50 yet. Тебе еще полтинника нет. Yes, you are not 50 years old. Тебе нет 50. And you are speaking about such a high things. И ты говоришь о таких высоких вещах. Okay. So this is the meaning. И вот оно, вот что значит это. That means sit down. Это значит присядь. Because we are old people here. Потому что мы старцы здесь. And only we can discuss about. И только мы можем рассуждать об этом. Yes, about such a things. О таких вещах. About Abraham. О Аврааме. Yes, about. О. Moses. О Моисее. About prophets.
а пророк, and you sit down. А ты присядешь, сиди. Because you are young man. Потому что ты молодой парень. Аминь. Аминь. Yes, yes, Jesus was a young man. Yes, this is true. Да, это истина, что Иисус Христос является молодым. So, and right now we're gonna read the my favorite verse in the Gospel of John. И сейчас я прочитаю мой любимый стих в послании Евангелия от Иоанна. And we are going to read it on our knees. И мы прочтем его на наших коленях. Yeah, I'm joking. Jesus said to them. 58. Иисус сказал. Truly, I say to you. Истинно говорю вам. Before Abraham was. Прежде нежели был Авраам. I am. Я есть. Okay. Хорошо. I am. Я есть. And this word I am. И это слово я есть. Let's read it in red. Давайте запишем его. This is ego. Это ego. Any. Any. На греческом. Ego any. Ego any. I am. Я есть. Okay. Хорошо. I think the better way of this answer. Я думаю, лучший путь этого ответа. Yes, to say before Abraham was, I was. Сказать так, до Авраама, до того, как был Авраам, я был. Are you attentive? Внимательны ли вы? Внимательны ли вы? Послушайте ли вы меня? So the right way to say before Abraham was, I was also. Правильный путь сказать так, что до того, как был Авраам, я был также. Yes. I think this is the right way. Это такой правильный путь, так сказать. But Jesus, what Jesus is doing right now? Но Иисус, что Иисус делает? He is saying that I am. Он говорит, я есть. I am eternal. Я есть вечный. And I am who I am. Я есть тот, кто я есть. Okay. Хорошо. And we will see the reaction of Jews. И мы увидим реакцию иудеев. Because they understood what kind of name he named himself. Потому что они поняли, какого имени они называют. Он назвал себя. А, он называет себя. Okay, are you with me? And he said, truly I say to you. И он говорит, истинно говорю вам. Before Abraham was. До того, как Авраам был. I am. Я был. Say with me. Скажите, I am. Я есть. Yes, one more time. Скажите, I am. Я есть. Okay. And you can say about you too. I am. И вы о себе также можете сказать. Because я есть. We already live in eternity. Потому что мы уже живем в вечности. We already in Christ. Мы уже во Христе. But here Jesus is named himself as God Almighty. Но здесь Христос называет себя как Бог Всемогущий. Okay, I have a question. Хорошо, у меня есть к вам вопрос. This is Genesis, not Genesis. This is Exodus 3. Это исход 3 глава. Do you remember? Припоминаете what is going on in Genesis 3? Что происходит? No. Что in происходит? Exodus 3? Что происходит в книге Исход? Are you sleeping? No. Спите, нет? Okay. So in Exodus 3, в Исходе 3, Moses is going with the sheep. With sheep. Моисей идет с овцой. No, с овцами. С овцами. Yes. Sheep. Yes. Моисей идет с овцами. Yes, as usually. Как обычно. Because he is a shepherd. Потому что он пастух. And right away. И тут. So in front of him. И тут перед ним. There is a burning bush. Горящий куст. Burning bush. Горящий куст. And he said, okay, this is a burning bush. И он говорит, ну ладно, горящий куст. Because in the wilderness there are many burning bushes. Потому что в пустыне есть множество горящих кустов. Yes, but they burn it. Они горят. Yes, they burn. Сгорают. And that's it. И все. But here. Но здесь. He looked at the bush. Он взглянул на этот куст. And he is burning, and it is burning. И он горит. But not burnt. Но они сгорают. Wow. Wow. Very interesting. Очень интересно. This is interpretation. Wow. Вот он перевод. Wow. Ух ты, да? Генерал. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Yes. Wow. Ух ты. Yes. And
And he looked at this miracle. И он взглянул на это чудо. And he decided to come and see. И он пожелал прийти и взглянуть. Yes, and when he was approaching to this burning bush, и когда он был приближался к горящему кусту. Yes, and he heard the voice of God. Он услышал глас Божий. Moses, Moses. Моисей, Моисей. Yes, Moses, Moses. Моисей, Моисей. Take your shoes off. Сними обувь. Yes. Because this is the holy ground. Потому что это святая земля. Take your shoes off. Сними обувь свою. Because this is the holy ground. Это святая земля. I am here. Я здесь. Okay? Do you remember the story? Помните ли вы историю? And he took off the shoes. И он снял свою обувь. And God started to speak with him. И Господь начал говорить. And he said that I heard the cry of my nation. И он сказал, я слышал плач своего народа. Yes, I heard the prayer of Israel. People. Я слышал молитву израильского народа. Yes, and I'm going to lead them out of Egypt. Я собираюсь вывести их из Египта. And Moses was. И мы еще. Wow, Lord, thank you. Ух ты, Боже, спасибо. You are going to lead them out of Egypt. Ты выведешь их из Египта. So his rejoicing was not so long. И его радость не продлилась долго. Yes, because God said, you will lead my people out of Egypt. Господь сказал, ты выведешь мой народ из Египта. So it's his joy is over. И его радость пропала. He is not rejoicing anymore. Он больше не радуется. He is like, oh, you will lead your people. Он говорит, нет, вот ты, Господь. No. Before this. А до этого он говорил, Господи, ты выведешь, да, народ? Yes, you will. Да, you will lead. Ты выведешь. And God is saying, no, you. А Господь говорит, вот you ты. You will lead those нет. Those people. Нет, ты выведешь тех людей. And he was like, и он такой, Моисей. And there are five откорячек of Moses. Было пять откорячек Моисея. You understand? Понимаете? So no, I cannot do it. Lord, I cannot. Господи, я не могу. No. Нет, Господь, нет. So when Moses said to the Lord, и когда Моисей сказал Господу, what is your name? Каково твое имя? Because when I come to my my fellow Jews, потому что когда я пришел к моим, когда я приду к своим иудеям, and I said God just showed up to me, и я скажу, Господь явился мне, and they said what is his name? И они скажут, каково его имя? And Moses is saying, what should I say to them? И Моисей говорит Богу, что мне сказать? What is your name? Какое твое имя? So when God said, I am who I am. И Бог говорит, я есть тот, кто я. Okay, and that means that I am. That means God who is eternal God. И я есть обозначает это вечный Бог. Who is present right now? Которого присутствие прямо сейчас. He is not was and he is not will be. Он не был и не будет. Yes, and he is right now. Он прямо сейчас. And every time he is right now. И каждый раз он сейчас. Almighty God. Всемогущий Господь. And Jesus Christ himself. И Иисус Христос. So that was Christophany. Это означает Христофания. Yes, you understand it? Вы понимаете? Actually, Moses met Jesus Christ before his incarnation. Вообще-то до. I'm sorry. So hold it. Moses met Jesus Christ. Моисей встретил Иисуса Христа. Before his incarnation. До его воплощения. Okay, you understand it? Понимаете that, ли? That was Jesus himself. Это был Иисус Христос лично. Jesus. Христос. And here the Jews said, "Oh, you are not 50 yet." И иудеи говорят, тебе 50 нет. Тебе 50. Yes, and you can speak about such a high things. И ты можешь говорить и размышлять о таких высоких вещах. And Jesus is saying that truly I say to you. И Иисус говорит, истинно говорю вам. Before Abraham was. Прежде нежели был Авраам. What? I am. Я есть. I am. Я есть. And look at the reaction. И взглянем на реакцию of the Jews. Иудеев. Then they took up stones to throw at him. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Oh.
Why such a reaction was? Почему такая реакция? I have a question to you. Why such a reaction? У меня есть к вам вопрос. Почему такая реакция? This young man. Этот молодой парень. Is naming himself. Называет себя. I am what I am. Who I am? Я есть тот, кто я есть. Okay. Хорошо. And right away my hand was just. И тут же у меня рука тянется. To find the stone. Найти камень. Yes, and throw at his and at this man. И бросить в этого человека. But Jesus hid himself and went out of the temple. Но Иисус скрылся и вышел из храма. Going through the midst of them and so passed by. Пройдя посреди них и пошел дальше. I can imagine. Я могу представить. They are angry. Они злы. They are with the stones. Они с камнями. And everybody are desiring to throw these stones at him. И все желают побить его камнями. And the big crowd here. И большая толпа. And he was like, it was like. И он так. And he went through. И прошел посреди них. Okay. Yeah. Because his hour yet not come. Потому что час его еще не пришел. Okay. He just went through. Он просто прошел посреди них. All right. Хорошо. Very good. Очень хорошо. Have a break. Сделай перерыв. And rejoice. И возрадуйся. Amen. Об этом. Благословить вас.